Когда в 1812 году на Россию напал Наполеон, крестьяне стали в партизанские отряды собираться. Французы совершенно не ожидали, что с ними, кроме солдат, еще и простой народ сражаться будет. О том, как это было, расскажет нам сегодня бывалый солдат. Здравия желаю, ребятушки. Рад встрече с вами. Решил вот вспомнить свои крестьянские корни, да заодно и хозяйством заняться. У крестьянина в любое время года, как говорится, забот полон рот. Ему на всякие дела там отвлекаться-то некогда. Хотя в 1812 году многим не до хозяйства было. Пришлось родину защищать. Правда, оружия не всем хватало, потому и сражались с тем, с чем работать привыкли. С вилами, косами, да топорами. В 1812 году наполеоновские войска решительно вступали в Россию. Кровопролитные сражения происходили одно за другим. Обе армии теряли воинов на полях сражений. Армия Кутузова постепенно сдавала свои позиции. Французы наступали, подходили к Москве. Для многотысячной армии был необходим провиант. Корм для лошадей, которые тащили бесчисленные обозы, артиллерийские орудия, боеприпасы. Французские солдаты опустошали села и деревни, которые попадались им на пути. Крестьяне никак не могли смириться с грабительскими набегами французских фуражиров. Фуражиры – военное подразделение, которое занимается снабжением армии продовольствием. Кстати, слово «фуражка» тоже от тех самых французских фуражиров пошло. Да, фуражка – фуражир. Вот на мне тоже фуражка, но это только наша, русская. А французы вот такие головные уборы носили, которые потом фуражками назвали. Фуражиры, фуражки. А фуражиры важные задачи для армии решали. Вот только русскому мужику очень не нравилось, очень, что эти задачи решаются за его счет. И крестьяне начали в отряды обороны объединяться. И так они лихо французов гоняли, что их фуражки только по ветру летали. В сентябре 1812 года, когда запасы подошли к концу, Наполеон приказал маршалу Нею с несколькими отрядами собрать продовольствие по деревням. Один из отрядов направился к деревне Большие Дворы. Герасим Курин стал одним из героев войны 12-го года. Он родился в селе Павлово Богородского уезда. На сходе его избрали главой крестьянского отряда. Постепенно Куринский отряд превратился в крупное партизанское соединение. Оно насчитывало 5000 пеших и 500 конных партизан. Крестьянин Герасим Курин, как заправский полководец, собирался дать противнику бой в селе Павлово. В нем он спрятал по дворам свои основные силы. Отступление врагу должны были отрезать конники Егора Стулова, а недалеко от деревни, в резерве, затаилась засада под началом Ивана Чушкина. Когда французы вошли в село, оно казалось вымершим. Все жители попрятались по домам. Французы построились, а переводчик стал выкрикивать обращение к селянам. Приглашал сотрудничать всех с доблестной императорской армией. Неожиданно на площадь вышли несколько мужиков. Они выслушали французского переводчика, согласно покивали головами, а потом предложили пройти к общественным запасам села. Фуражиры и не предполагали, что одним из этих мужиков был крестьянский предводитель Герасим Курин. Довольные французы двинулись за ним. Но в ближайшем же переулке на них со всех сторон набросились крестьяне. Тут уж был не до стрельбы, поздно. И началась
жестокая рукопашная схватка. А в это время за селом разгорался бой. Кавалерия Егора Стулова дралась с французским эскадроном. Эх, горячий выдался денек для партизан. То они теснят противника, то француз крестьянские войска сминает. Кто кого? Помог резерв Ивана Чушкина. Из оврага вылетел на французов. Тут-то они и побежали. 8 верст гнали их наши мужики. Больше уж маршал Ней в нашей деревне не совался. Все газеты потом писали о храбрых и похвальных поступках поселян Московской губернии. А за воинские подвиги Курина и его товарищей государь медалями и деньгами наградил. Хватит попсту гулять, петь про тары-бары. Вот пойду я на войну, запишусь в гусары. Первым делом овоевать, после самовары. Нам не нужно орденов, мы и так гусары. Между прочим, многие после той войны именно в гусары хотели пойти. Гусары. Военнослужащие частей легкой кавалерии. Гусарская форма считалась самой красивой. Ее элементы используются в парадной форме некоторых современных воинских частей. Гусары носили кивер, высокую шапку, даламан, мундир, расшитый яркими шнурами, ментик, короткую куртку, наброшенную на левое плечо. Она защищала спину от сабельных ударов. Каждый полк имел ментики и доломаны своих цветов. Вооружены были гусары саблями и пистолетами. Пожалуй, ребятушки, ни один род войск не был так прославлен, как гусары. Прославил его знаменитый герой войны 12-го года, поэт, партизан и отчаянный, я вам скажу, вояка Денис Васильевич Давыдов. Еще накануне Бородинского сражения, в августе 12-го года, гусарский подполковник Давыдов обратился к военному начальству за разрешением организовать партизанский отряд. Эй, дайте мне, говорит Давыдов, 1000 человек кавалеристов. Я, говорит, французов с тыла атаковать стану. А то ведь, почему они сильны? Да потому что обозы им постоянно поставляют и провиант, и боеприпасы. А мы эту доставку прекратим. Ну, честно говоря, братцы, никто сначала в давыдовские прожекты, конечно, не поверил. Но, так сказать, для эксперимента ему все-таки выделили. Да, 50 гусар и 80 казаков. Первый же рейд Давыдов со своим отрядом разгромил на Смоленской дороге одну из тыловых групп противника. Отбил обоз с награбленным у жителей имуществом и транспорт с военным снаряжением. В плен взяли более 200 человек. Успех был впечатляющим. Отбитое оружие сразу раздали крестьянам. Много урона врагу нанес Денис Давыдов. Открытых нападений партизаны избегали, налетали на неприятеля врасплох, стремительно меняя направление атак. Поначалу крестьяне никак не могли разобраться, где свои, где чужие. Да потому что форма гусарская и у французов, и у русских очень похожа была. Вот ведь. И тогда Денис Васильевич что придумал? Вот ведь голова. Он своих солдат переодел в кафтаны. Сам тоже оделся в крестьянскую одежду, бороду отпустил. На грудь навесил образ Николы Чудотворца. Так что ни дать ни взять, странник-богомолец. Так можно было легко пробраться в занятые неприятелем деревни. Некоторые генералы, правда, подсмеивались над гусаром. А он
Эх, горячая голова. Очень на них обижался. Хорошо, Кутузов вовремя успокоил гусара. В народной войне это необходимо. Действуй, как ты действуешь. Всему свое время, и ты будешь в башмаках на придворных балах шаркать. Намывает гостей. Партизаны для французов вообще были бедствием. Ведь это же не только на линии фронта, это же просто из-за каждого дерева нужно было ожидать подвоха. Кстати, был громкий случай, когда мы уже француза гнали из России. В конце октября 1812 года Давыдов решился на отчаянное предприятие. Он соединился с другими партизанскими отрядами, и 28 октября под селом Ляховым они атаковали 2000-ю колонну генерала Ажеро. Французы! Все 2000, среди которых 60 офицеров, 2 генерала, сдались в плен. Победа сия тем знаменита, что в первый раз в продолжении нынешней кампании неприятельский корпус положил перед нами оружие. В войне 1812 года против французов воевали все. И солдаты регулярной армии, и крестьяне в отрядах обороны. Поэтому войну и назвали народной. И победили, где числом, где умением, а где и Господь Бог уберег. Ну, а уж как француз бежал от нас, это я вам, ребятушки, в следующий раз расскажу. Ну, а сейчас пришло время прощаться мне с вами. Растите настоящими защитниками Отечества нашего. Дай вам Бог сил, а вашим родителям здоровья. Храни вас всех Господь.